Северяне с опытом делятся на две категории. Тех, кто ехал в эти края за финансовым благополучием, и тех, кого манила суровая романтика Заполярья. Татьяна Латышева просто хотела исполнить зародившееся в студенческие годы желание – увидеть бескрайние заснеженные просторы. Она и не планировала здесь оставаться, но чувства одержали верх. Ее роману с севером уже больше четверти века. Я люблю зиму. Почему я ехала сюда там, в 90-х годах? Мне хотелось посмотреть, что это такое. Хотя Тюмень же, он тоже северный город, тоже снежный, там зима как зима. Вот. Ну, мне все-таки больше нравится зима, чем лето. Рожденная поздней весной, Татьяна нашла повод для личного торжества и в любимое время года. Когда 25 января большинство людей в стране отмечают День студента, она празднует именины. В этом году поздравления с Татьяниным днем наша героиня принимает от коллег. Педагог начальных классов по образованию первые три северных года Татьяна отработала в управлении технологической связи. Потом выучилась на оператора по добыче нефти и газа и с 97 года влилась в коллектив ГП-3 Ямбурского месторождения. И влилась, если говорить о процессе адаптации, здесь очень точное слово. Так, нормально. Нам хорошо от того, что у нас в коллективе есть женщины, потому что они как особый вот аспект, да, коллектива. Мужчины, когда в коллективе есть женщины, они ведут себя более собранно, они более внимательные, они как-то становятся чуть лучше. То есть женщины, они всегда нас подталкивают к тому, чтобы становиться чуть лучше. Это хорошо, мы рады тому, что у нас в коллективе есть девушки. Мужчины ГП-3 оберегают своих напарниц. Всю тяжелую работу стараются брать на себя. Это негласное решение истинных джентльменов. В остальном здесь все на равных. Татьяна, да, она очень ответственный и аккуратный человек, поэтому чем бы она ни занималась, я уверен, что это будет сделано хорошо, качественно и аккуратно. А при ведении документации – это один из основных важных параметров. Вместо черной школьной доски – мнемосхема. Журналы – только для оперативных записей сменного персонала, охраны труда. А на сотни километров – ни одного ребенка, которого можно было бы научить читать и писать. Но Татьяна рада, что много лет назад судьба забросила ее за полярный круг. Здесь она приобрела новую профессию, второй дом и коллектив, который стал ей как семья. Я бы, наверное, в женском коллективе на пятидневке не смогла бы работать. Мне очень хорошо работать с ребятами. То есть они меня всегда поддерживают, мы какие-то вопросы легко решаем. Ну, производственные, бытовые вопросы. Я очень люблю свою работу. Я нисколько не жалею и всегда еду сюда с большим удовольствием. Это правда. На связи. Включаю насос. Единственный минус, когда ты чем-то увлечен, время летит стремительнее. День пролетает очень быстро, очень незаметно. Раз и стемнело. Так и вахта пролетает. Так и вахта пролетает, да, да. Знаете, когда с удовольствием едешь, тогда она и правда пролетает. А когда люди не любят свою работу, она и тянется. Наверное, так. Море и пальмы на экране компьютера – не более чем стандартные обои рабочего стола. Это не визуализация мечты. Любимые виды досуга у Татьяны тоже связаны с холодным временем года. Она любит кататься на коньках и лыжах. Точно девушка зима. Нелли Хайрутдинова, Денис Курдаков. Ямбурское месторождение.